Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о знаменито-скандальном городе Солсбери, в который мы ездили с моими новыми друзьями в феврале 2013 года. Эта история произошла задолго до русско-британского скандала с новичком и скрипалями. Тем не менее, мы, как Петров и Васечкин, поехали смотреть Солсберийский шпиль. Если честно, я ничего абсолютно не знала об этом городе. Мы просто с друзьями поехали посмотреть Стоунхендж. И так как это было по пути и недалеко от Стоунхенджа, мы решили заехать в город Солсбери. На тот момент название города мы произносили как Солисбери, потому что пишется Солисбери, но потом нас кто-то поправил и сказал Солсбери, как-то так. Ну, то есть, знаете, англичане все прожевывают, и мы решили, что звучит город не Солисбери, а Солсбери. Так оно и получилось. В городе, в принципе, смотреть, кроме кафедрального собора, нечего. Поэтому мы, как и все русские, поехали смотреть этот собор. Этот английский городок находится в 150 километрах от Лондона, на юго-востоке графства Уилтшир. Город расположен на краю Солсберийской долины на реке Эйвон. И вот, приехав в этот город, мы где-то припарковались и как раз попали на мостик на этой реке. Там журчал такой очень красивый водопад, мы пофотографировались там на его фоне. И природа, она как раз-таки в феврале только просыпается, травка у них всегда зеленая. И такая еще яркая солнечная погода была, что даже фотографии некоторые засветлились. Как-то вот наполнялась душа именно весенней такой погодой, и было очень приятно ходить и гулять по городу. Кстати, вот рядом с этим водопадиком растет какое-то дерево. Я так приблизила камеру и увидела березовые сережки. Но это реально не береза. Не знаю, что это. Если кто-то знает, пишите в комментариях. Но вот эти вот березовые сережки напомнили мне о России, о русских березках. И так как-то кольнуло в сердце грусть, тоска, печаль. Но, тем не менее, мы пошли гулять дальше. Там нашли такой витиеватый красивый мостик, тоже через реку. Чтобы подойти к собору, надо было пересечь эту реку. И Саша решил нас фотографировать всех впятером на этом мостике. Вот так выглядела наша первая поездка с новой компанией в город Солсбери. Через центр города мы направились к кафедральному собору. На пути нам встретились огромные такие красивые древние ворота в центр города. Также много маленьких различных улочек с его локальными магазинами. Люди гуляют с собаками, спешат в шопинг-центр за продуктами. Это было воскресенье, середина дня, и как бы все куда-то спешили, а мы поспешили посмотреть собор. Внутрь я не попала, я точно не помню, ходили ли ребята. Ну, там, по-моему, 5 фунтов, что ли, вход стоил. Я не настолько интересуюсь церквями и соборами, поэтому для меня каждый собор выглядит примерно одинаково внутри. Хотя я очень люблю готику, но снаружи я, конечно, полюбовалась этим собором. Потому что этот собор, который, кстати, называется Собор Девы Марии, является образцом чистейшей английской готики. И благодаря его 123-метровому шпилю этот кафедральный собор считается самым высоким средневековым зданием во всей Великобритании. Прогулявшись вокруг собора, полюбовавшись его шпилем, а там действительно есть что рассмотреть, огромное количество лепнины, каких-то скульптур, зверей и людей. Ну, наверняка это были какие-то знаменитые люди, епископы, архиепископы и так далее. Ну, я не очень в теме, поэтому не могу рассказать. Вот смотрите, что я вам показываю. Ребята решили сходить на крышу. Была экскурсия на крышу. Стоила она, по-моему, 20 фунтов.
И там очень много рассказывали про собор, про шпиль, и можно было полюбоваться видами. Но, к сожалению, не всем ребятам достались билеты, и пошла на экскурсию у нас только Маша, потому что она по профессии была реставратором, связанная с архитектурой, и ее очень интересовал этот собор, может быть, даже именно из-за этого собора она и поехала с нами в путешествие. И кто бы мог подумать, что эта экскурсия продлится целых 2 часа. Там им рассказывали про каждую детальку, вплоть до того, из чего сделана скульптура, кто представлен. Вот как раз-таки всю информацию про каждую скульптуру, про лепнину этого шпиля Солсберийского кафедрального собора. Именно из-за этого мы не поехали в наш третий город, который мы запланировали на тот день, Саутгемптон. И так получилось, что за годы жизни в Англии я так и не смогла в нем побывать. Но зато это был первый английский город после Лондона, естественно, который посетила моя мама в свою первую поездку. Может быть, об этом я тоже когда-нибудь расскажу. Тогда мой брат был командирован в этот город, и они какое-то время провели и пожили там. В итоге, пока мы ждали Машу, мы погуляли вокруг собора, посмотрели дома вокруг. Там такие реально отдельно стоящие особняки стоят с одной дверью. Я не знаю, или это жилые дома, или это, может быть, какие-то административные здания, но они реально привлекают взгляд. Также мы прогулялись внутри дворика этого собора, посмотрели его пролет, полюбовались елью, которая растет внутри. И Маша к тому моменту уже вернулась с экскурсии, показала нам обалденные виды, которые открываются на город, поделилась с нами фотографиями, которые я вам сейчас и показываю. И как вы можете увидеть, вот этот вот шпиль как раз-таки ложится тенью практически на весь город. После этого мы решили поехать уже обратно в Лондон, но по пути заехали в город Эндовер. Туда мы приехали уже часов в 5. Все, естественно, было пустынно, потому что абсолютно все в маленьких, особенно городах Великобритании, закрывается в 4-5 часов. И на улице, в принципе, уже даже и людей не видно. Но мы так немножечко прогулялись. Что мне запомнилось, это река под названием Антон, которую мы пересекали. Какие-то интересные были фонари художественные, такие, можно сказать, инсталляция. Также нам попались какие-то викинги. Возможно, этот город связан с викингами. Честно говоря, не знаю, потому что так как мы были там проездом, я даже и не стала интересоваться, что это за город, и больше никогда туда и не ездила. Единственное, что мне запомнилось, это дорожный знак «Осторожно, утка». То есть тут часто переходят утки, я так понимаю, пешеходный переход для уток. И такие знаки интересные достаточно часто встречаются по всей Великобритании. Когда мы ездили, по-моему, в Глазго, нам встретился знак «Осторожно, снежинка». Ну, я не успела его сфотографировать. Тогда шел снег, и, видимо, дорожная полиция временно выставила вот такой вот дорожный знак «Осторожно», и там нарисована была снежинка. Потом также в этом же путешествии в Глазго мы пересекали, видимо, какую-то военную зону, и там был такой же знак «Осторожно, танки». То есть треугольник, в котором был нарисован танк, представляете? Ну, тоже, естественно, по пути я ничего не успела сфотографировать, останавливаться мы не стали и возвращаться, естественно, тоже. Но вот такие вот нестандартные знаки встречаются довольно-таки часто на дорогах Великобритании. Интересно, такие знаки включены в правила дорожного движения в Великобритании? Если кто-то знает, пишите в комментариях. Также пишите, какие вам встречались на пути знаки в Великобритании. Пока на этом все, не прощаюсь с вами. До новых встреч!